ГТРК «Чувашия» продолжает проект «Наша победа», где зрители рассказывают историю реликвий времен Великой Отечественной войны, хранящихся в их семье, и героях, которым эти реликвии принадлежали. Память о Петре Будкине, орденоносце, участнике Парада Победы 1945 года, хранит его внучка, а теперь еще и правнук. На память от победителя книжка красноармейцам. Ей почти 80. В семье Соколовых сохранилось даже два экземпляра. В случае гибели одна передавалась отцу, другая матери. Данные все, фамилия, имя, отчество его, сколько лет образования ему. Действительно без фотографии, где он служил, национальность и откуда он. Дальше было отмечено, что он должен иметь. Он должен иметь шапку зимнюю, пилотка, фуражка, шинель, мундир, гимнастерка. Петра Будкина призвали на фронт в 43-м году, после окончания Подольского училища. Распределили его в роту разведчиков. Молодой солдат попал в самое пекло, под Сталинград. Был трижды ранен и каждый раз после госпиталя возвращался на фронт. Свою первую высокую награду он получил за взятого в плен фашиста. 26 июня по деревне Обчога Крупского района Минской области они пошли в разведку, им дали задание обследовать территорию. И он взял в плен важного немецкого офицера с важными документами и вернулся живым с этим языком. За это ему дали орден славы. У Петра Семеновича много наград. Орден славы, орден Красной звезды, благодарности от товарища Сталина. Правда, самые ценные остались только на фото. Часть ветеранских медалей украли. Но даже без этих наград потомки помнят подвиги героя. Когда он попал после Подольского училища в сталинградское пекло, они ведь были молодыми, всего этому было 18 лет, он ушел на фронт. И вот после одного сражения ему пришлось одному отбить 3 контратаки фашистов. Одному. Это ведь не очень просто. Он даже порою вот сплакивал ночью. Было. В семейной копилке не только книжка красноармейца и награды. Семья Соколовых бережно хранит военный билет своего героя, а также фотографии, сделанные на фронте. Одна из самых значимых – с Парада Победы в Москве в июне 45-го. Петр Семенович много рассказывал о войне своим внукам. Он считал, что только память о тех событиях заставит молодежь не допустить их повторения. Когда я отдыхала на каникулах, когда училась я в школе, вот он сажал меня на диван в своей избе и вот рассказывал о своих боевых заслугах, доспехах, как говорится, во время Великой Отечественной войны. Плакал. Вот, плакал. И я сейчас до сих пор, когда открываю книжку, на самом деле, у меня текут слезы. Как вспоминает дочь Петра Будкина, ее папа был порядочным и очень скромным человеком. И почти не пользовался льготами, положенными ветеранам. На это у него всегда был один ответ. Уголь, дрова, машину, которую покупали, он от всего отказывался. Мне этого не надо. Мы как просили, пап, стенки же дефицит были. Ну, хоть одной дочери сделай стенку. Дочка, мне стыдно, я не за это. Да, воевал. Я не за это воевал. Не за ваше счастье воевал, чтобы выжил. Надежда Андреева, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.